Вот если сейчас получится от него отойти. Вообще он павлин. Но вот к зиме мы вот так вот покрываемся шерстью. Летом он будет прям вообще идеальный мальчик. И у нас от павлина остаются только вот небольшие такие желтые вот они пятна. И продыхи здесь вот идет. А летом он будет такой красавец. Прям на загляденье. Мартин. Так, пойду я попробую. Не надо со мной играться до девочек и показать. А ты за мной будешь ходить, да? Нет, 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 я сказала. Играться я с тобой не буду. Это он меня не пускает к козе. Не получится сейчас, наверное, показать петли. Потому что козел решил поохранять свое стадо. Мусорка приехала. Приехал мусоровоз. Молодец. Молодец, Мартин. Молодец. Ты умочка. Но козам мне подойти хотелось бы. Все-таки с вашего позволения. Он меня до коз не пускает. Ты не мог бы подойти подержать его. Он не пускает меня к козам. Так, одна коза свободная есть. Пока он не видит. Вот у нас петля. Это нам вот через 2 недельки катиться. Вымечко набираем. Вымя вообще изумительное. Прям мягкое-мягкое. Дуется, как кран включил. Нажал, льется. Отпустил, не льется. Все ушли. Что, все, прогулка закончена на сегодня? Ласточка, мы с тобой вдвоем остались. Дождик еще идет. Вот, кстати, хотела ее обойти, показать, как уже живот начинает проседать. А ты мой верный друг со мной. А ты со мной. И ты сейчас уйти никуда не дашь. Пойдемте, друзья. Куда партизаны убежали? Ну, извините, пожалуйста. Одна где-то заблудилась. Милка. Кто? Милка, нет, не пришла. Кто, зайка? Так, вот, 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 вот. Вот петелька. Петелька, петелька. Мартин, ты меня только не это. Не будни сзади. Эта коза самая последняя по срокам. На 8 марта. Самый крайний срок. А вот петелька. Это не котная коза совсем. От слова. Так, вот это вот петелька. Если бы тебя еще кто-нибудь... Вот, вот, вот. Мартин, уберите, пожалуйста, ваше лицо. Мартин. Мартин, ты закрыл все? Иди отсюда, я ее не держу, для тебя идет. Да, Мартин, он знает, что если козочку держишь, значит надо прыгать. Ты сегодня неземной любовью ко мне дышишь прямо. Так, у нас осталось еще вот эта вот петелька. Это небольшой совсем срок.
Я не помню сколько, но что-то в пределах 2-3 недель, наверное. Где-то вот так вот. Так, у нас еще осталась вот эта петелька. Вот это. Сейчас ее тронь. Оп. И мы поскакали, как джейраны. О, у нас бока какие. Куда тебя понесло? Нет. Нет. У нас одна коза, как обычно, да, где-то? Так, на Милкину петельку мы не посмотрели. Может быть, нам зайка покажет. Петельку она тоже недалеко. Но зайка тоже перегуливала, но она и вымя не наливает. От слова совсем, нифига она нам сейчас не покажет. Еще и Мартин помогает ничего не показать. Да, Мартин? Еще и ты помогаешь. Пойдемте. Пойдем, Мартин. Вот что мне нравится в них, какие они послушные, они как собаки. Идут спокойно, рядышком. Он даже может... Покажи ему рукой, какую козу крыть, он к ней побежит. Покажи на другую, он к другой побежит. О, погладить позвали. В этом году и с вонючестью у нас как-то все умеренно. Чего ты выглядываешь? Иди сюда.